Давайте вот без смеш... без, да. Без рофлов, без смеяк, вот этих, блядь. У меня сдохла мать. Смотрите, я недавно видел свой момент со стрима, где у меня было зрителей 500. У меня там даже голос добрее был. Соответственно, я сделал вывод. Когда у меня было, ну типа, когда я начинал стримить, меня никто не обзывал в чате, да? Я был добреньким. Но когда вот у меня вот уже тут 3000 зрителей, 5000 зрителей, и меня в чате все обзывают, нахуй, я стал, ну типа, злым. Злыднем из-за того, что вы меня все обзываете. Сначала я терпел, но теперь я уже и сам огрызаюсь, блять. И поэтому я сделал вывод, то, что вы меня сделали злым. И то, что на меня Twitch плохо влияет. Вот так вот. Такой вывод сделал. Отлично, за меня 4800, 1600, 1900, 2500. Блядь, что это за сборная солянка, какого хуя? И это 3000 АВГ лобби пишет. 3000 АВГ лобби. За нас с типом 7 и 9 левел и 2500. Что за хуя, блядь? Анубис. Аху... Это еще и Анубис, блядь. Против меня Казахстан. Не-не-не. Вот это где еще главный герой Нытик перерождается 20 раз. Как это называется? Аниме ебаное. Как оно называется-то, бля, я забыл. Токийские мстители. Устроили банду, превратили тут 20 штук просто в Москве, блядь. Теперь мне нахуй из дома не выйти, но я в принципе и так не выхожу, блядь. Где мои скины вообще, блядь? Что происходит в мире, нахуй? В Москве всех пи***т, блядь. У меня скины в КС-ке спи***ли, блядь. Играем нахуй, на 3000 АВГ лобби, 4700, тип 7 левел, 9 левел. Что происходит, блядь? Боже, блядь, ну и хуя. У тебя прическа Dead Inside или ты лысый? Это ты вот узнаешь, думаешь пи***ть меня на улице, если увидишь или нет, да? Я правильно понимаю? Я зашел, я просто до стрима зашел в чат свой на Твиче. Мне первое, что пишут. Вот смотрите, что у меня чел пишет. 4900, еб*** мой хуй. Это что за лобби, блядь? Да я тоже хуй, это просто пиздец. Здорово, ребята. А, все русскоговорящие, надеюсь. Еще пинги, бля, ёбнут у нас. Вы заглушены, у меня чел пишет. Оп, 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 оп. Пос... Ой, блядь, пр***ли на живой раунд. Вот так вот будет и у Вайва парка, если я приду. Ах, классный микро, братанчик. Ой, блядь, стену въеб... Да еб... А как так? Вот так можно обдрочиться по-жесткому. А как так вот так вот по-жесткому нас ебануло, блядь? За секунду мы просто в пятером рассыпались. Чего ты ждешь? Заходи на Nifix по моей ссылке и утай халявный кейс. Ссылка и промокоды находятся в закрепленном комментарии. Меня чел на шифте распикивает. Ну как распикивает? Просто идет, блядь. Сука, какая-то хуйня. Ладно, 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 я давно просто в КС не играл, все нормально, все норм, все норм. Упал, блядь. Я тут шифтил 20 лет, чтобы он просто упал на меня. А что, под бой здесь? Да. Все, я его убил. Ебать, этот придурок. Я ничего. Реально, у них один чел с МП9 стоял, который меня просто пощадил, не убил. И все, блядь. Ну, значит, соло. Значит, соло. Как мне теперь чат читать? У меня эти... Еще, блин, может забанить просто этот значок паука в чате или чё? Как вам идея? Мне кажется, вот это хорошая идея, ну, хоть одна, которая мне в голову пришла. Один, пососай там. Я за пальчики... Я не знаю, как его убить, как его выиграть. Я не знаю, я не знаю. У меня руки холодные, блядь. Ничего не получается, нахуй. Сложно, блядь. Ой, блядь. Ты сказал, что не придешь на забив, потому что маме помогаешь, блядь. Ебать, что происходит у меня в чате? Я после раунда смотрю, хочу расслабиться после жесткой игровой контровой сессии, блядь. Вижу эту хуйню в чате. ЧВК Тиграны, блядь, пишут просто ебать. Эгоист, вопросик, и вопросик еще андерграунд. Оп, вот так вот. Ну и долб***. Девять.
Что за игроки? Я ху... Нормально. Я пойду Б по контролю. Свою работу я выполнил. На тебе калашечек еще. Пойду дальше кошмарить Б-плент. Нихуя трек играет. По такой трек, как будто надо сейчас выйти сделать даже. Хорош. Главное, чтобы нас потом не выбили. У меня почему-то руки такие холодные, пи***ц. Ай, б***ь. Я что-то... Мне руку кто-то сломал во сне, походу. Кстати, я вспомнил, мне такой тупой сон приснился, это пи***ц. Вы бы знали. Ну, сейчас я на донат отвечу, это, расскажу. Вы прямо охуели. Тимур, ты помнишь? Так вот, мне, короче, приснилось то, что я спал, типа, сплю час, просыпаюсь. Мне снилось все это время один сон, 9 частей, блядь. Разделенный. То, что я играю в ММО РПГ, играю час, сохраняюсь, и просыпаюсь в этот момент. Двое там. Короче, все, что я помню, что я там играл, у меня сдох. Ну вот, вот сейчас, давайте вот без рофлов, без смеяк, вот этих. У меня во сне сдохла мать. Я через какой-то портал попал в будущее, нашел камень воскрешения, вернулся в прошлое, воскресил свою мать. Ну, реально у меня такой сон был. Вот такой вот сон у меня был. Просто без ха-ха-хи-хи, вот реально был сон такой. Двое Б. Я не видел вообще его. А где он? Что это за смог? Еще в сайте был. Что это за смог нахуй, что я типа даже не вижу, блядь? Или меня слева убил, или откуда, блядь? Я иду в спину. В сайте. Okay. Бля, живи, пожалуйста. Кони. Кон... Ноу! Кон умер. Сука, блять. Уходит нахуй, хаешку кидает, тварь ебаная. Нахуя ты эту гранату кидаешь, сучара? Я думал, там смог, чтобы я не прошел. Просто хаешку кидает мне в ебло. Двое мид. Да я... Ну я ебал, как он... Вот как убить типа? Как убить типа? Я не понимаю, блять. Ну я ж по нему хуярю. Ну реально, не? Или я придурок ебаный? Или нет? Ну как так-то ебать? Ну как же так? Как же так? Ну как мы это въебали-то, блять? 86, 6 хитов, МК 4, 6 хитов с эской. Убил его. Вот такой вот энгл я занимаю, это я. Блять. Всем хорошего дня и настроения. Тимуру желаю ходить на забивы и не бояться. Воскрешать свою мать во сне. Да иди нахуй. Сам пошел нахуй. Что, блять? Я хуй знает, как вы это предсказываете, блять. Ебаные умники нахуй нашлись у меня в донатах. Каждое мое действие видит, блять. Какого хуя тут курица вообще, блять? Походу ушел подожди окно. А, пушит. Нет. Не, там вообще ебанутый. Еще один. Не, еще один апушит, парни. Меня втроем три девайса пушат, блять, на... Вау, охуеть, плюс чего, блять? Как так вообще? Ненормальные нахуй. Я двоих из них еще убиваю при этом всем. Есть план, ты можешь делать свой бренд одежды, и мы его купим, будем ЧВК тиграновцы, забиву против редановцев устраивать. Блять, какие нахуй тиграновцы, боже, блять. Кстати, тиграновцы звучит как будто какой-то, бля, я не знаю, отряд военный, я, ну, блять, серьезно говорю. Ну, это если что, все выдумки, фейк и GTA 5 RP ситуация. Но что у нас 7-й левел на первом табе, блять? Чё нахуй? Здорово. Отлично. Я вот бросаю с крыши от Тиль. Осуждаю, не надо, мужик. В любой жизненной ситуации есть выход, не надо так делать. Еще сайт. Не думаешь податься в Нави вместо Симпла? И еще тебя любит весь чат. Аури, закрой, ебало. Хорош. Подбирам твои. У нас чел в темпле уже. У нас Смита дали, у нас тип на шифте зашел. У нас тип в жопу нам на шифте зашел, блять. Я супер тильте. Ой. У меня три типа в коннекторе, блять, дохнут по одному как-то.
Никто никого не убивает, меня еще в спину обходит, блядь. Ой-ой-ой. Это... Здорово. Импакт от тебя будет. Топ-1 фрагер в команде. Закрыл ебало. Топ-1 АДР в команде. Топ-1 КД в команде. Я, сука, один в команде играю. Ну, почти. Я не устану повторять ебать. Не, кол дерьмище ебаного. Еще. Еще двое. Это что за смог такой? Сработало. Еще в сайте. В темпл пошел. У меня типы просто выбежали, б... Чё за хуйня, блять? В смысле, они... Как они выбежали нахуй, б, вот так вот? Это же невозможно, блять, просто. Хорошо. Ну, слава богу, я хотя бы двоих разменял, убил, блять. Мид есть, 3, 2. Да-да-да, убейте меня сквозь смог, да-да-да, хуесосы. Сучары, блять, а. Плачеп. Кон. Вышли. А, ну то есть он просто вот так забегает, блядь. Они просто с нихуя решили вот так забежать в коннектор, блядь. С нихуя. Чё с ними, блядь? Они больные, нахуй? Ух, нихуя у меня пролагало. Пока я альтабался. Справа, блядь. Он просто направо ползет, блядь. Что, блядь, как это зарегало вообще? Блин, что-то какой-то, блядь, пивной стак у нас, походу. Ну, что-то с моим типом, у которого 5000 ЛА, вообще что-то не клеится, блядь. Мягко говоря, игра. Ладно, гоу Б поиграем. Он убил. Буст они делают. Ну это пизда, блядь. Ой, бля. Против меня, нахуй. И в коннекторе, блядь. И буст за смоком, блядь. Да что же вы такое-то делаете, твари ебаные? О, моя командочка, бля, вообще под пивом сидит, отдыхает. Я хуй знает. Бля, вот залетела бы какая-нибудь шальная пуля вот такая, да? В спине, чел. Темпл. Придурок, блядь. Вот так, он, блядь. Справа. 2500 гений. 2500 гений, у меня со звуками какая-то хуйня, блядь. Либо я думал, он пошел, а он просто, ну, прыгнул, блядь, и ждал чуда. И ждал чуда, блядь. Еще мид. Ну, могли вообще. Оооо! Подрубка, блядь. Еще. Бомба. Я спиной иду. Я что-то на самом деле далеко зашел, мне кажется. Ой, блядь. Вы еще въебите этот раунд, блядь. Челу с ником Лёва, нахуй. Нет. Ебучий лев нас сейчас победит. Я немножечко далеко зашел. Я не должен был вообще пикать. Но хотя, если бы я не пикнул, я бы типа не убил и пропустил бы двоих на. И больше шансов бы, что мы въебали раунд, на самом деле. Одно хп слева. Ну, блядь, просто пизда. Мы проебали, потому что у меня тип бежит с МП-9 туда, блядь. Мы проебали, потому что у меня тип потерялся и не понял, что у него М-ка на спавне. Боже, блядь. Я поэтому проебал все спавны, и там еще какой-то молик рандомный, за которым нихуя не видно. Боже, какой абсурд, блядь. Каким, сука, дуракам мы проебали, блядь. Я не знаю, это просто пиздец. У меня 7-й левел потерялся и не увидел эмку на спавне, блять, и мы въебали игру. Просто охуеть.